День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске, в музее-заповеднике, давняя традиция, и ежегодно гостями города становятся весьма известные люди. О своем позитивном отношении к Пятигорску мы попросили рассказать талантливого музыканта и артиста Евгения Южина. Безумно люблю этот город, и он действительно дарит позитив. Невероятный позитив, конечно, гостеприимство. Тут уже чувствуется Кавказ, Пятигорск, колыбель российской культуры, южной культуры. Могу много-много-много говорить, много где еще не был. Хочу еще много раз приезжать в Пятигорск. В Пятигорске особенный зритель. Помню свой концерт в Лермонтовской галерее. Это было потрясающее событие, потому что такого приема не было практически нигде. Я поддерживаю этот невероятный слоган, что Пятигорск – позитивный город. Самый позитивный.